В сети активно пошли разговоры и обсуждения о том, что актеры Читин Тёкиндер и Ирем Алтук в скором времени покинут каст сериала «Зимородок». Сообщается, что в 41-м эпизоде из уст Ферита не зря прозвучала реплика о том, что дедя Халису осталось не так уж и много жить, а он так и не увидел долгожданного правнука. Но то, что сериал покинет Султан, наводит на мысль, что не будут развивать линию Архана с Дилджи и маленького мальчика Фырата. После всех спойлеров ясно, что Нукет увидит, как Султан подсыпает таблетки в кофе Сейран и выгонит ее. Понятно же, что Султан сама такое не придумала. Нукет поймет, что это дело рук Ифакат. Вчера Мирта на съемках в университете не было. Снимали продолжение сцены Сейран и Каи. Непонятно, о чем им говорить. Эпизоды к предстоящей и краткой серии потерпят значительные изменения для повышения рейтингов, так заявляют нам турецкие источники. Фериту и Нукет становится известно о том, что Сейран подверглась физическому насилию от Кизыма, находясь в особняке. Пока что беременность Сейран отменена. Кая заинтересован в Сейран и усиливает свою активность для того, чтобы сблизиться с ней. Сейран решает пойти в спортзал. Суна изъявляет желание пойти с ней. Однако Кязым запретит ей, и у Суны появляется обида и зависть, что у Сейран больше свободы и привилегий, ведь она невестка состоятельных карханов.